На пути к согласию проблемы с водоснабжением в дачном товариществе «Абулдино-1», в коттеджном поселке Варежки и в домах по улице Радужной в городском поселении Загорянский стали темой выездного строительного часа. Все дома, а это 3000 жителей, обеспечивают водой один водозаборный узел в поселке Варежки. Из трех насосов работает один, что приводит к перебоям в водоснабжении. Вызовы находятся в собственности у двух застройщиков, возводивших комплекс Варежки и Абулдино. Между ними возникли разногласия по ремонту оборудования. У второй организации, у ДНТ «Абулдино-1», как они заявляют, не хватает денежных средств для того, чтобы поставить систему очистки воды станции обезжелезивания. Варежки готовы взять водозаборный узел себе на баланс, привести его в нормативное состояние вместе с абулдинцами, эксплуатировать. Дальше, я так понимаю, его и заставим, чтобы они увеличили мощность станции обезжелезивания и подавали качественные ресурсы. Также глава района побывал в Чкаловском на площадке ЖК «Горизонт». Стройка движется вперед, но с заметным отставанием. На площадке работают около 50 человек. Ведется установка окон. Процесс идет. Могу вот с уверенностью вам сказать, что процесс идет и достаточно так. Ну, планомерно. Все есть. Материалы по окнам все есть. В целом, конечно, более благоприятно, чем было буквально там полгода назад. Отставание есть. Ну, опять же, контролировать будем, подгонять. Михаил Налетов, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково».